находится вот памятник, который, ну, святому Кирилу. Это Давид Строитель. Потом написано... На самом деле, скорее, больше исходили из природы, которая окружает Грузию, и из людей, которые здесь живут. А ценный сервис уже как второстепенный. В Грузии есть свой особенный характер, которого нет у других стран, и хотелось бы полностью прочувствовать его, как-то окунуться в эту атмосферу дружелюбия. Да, мы в Грузии впервые, поэтому хотелось просто узнать, посмотреть, много читали, хотелось увидеть. Да, нравится природа, нравится еда. Еда, да, что немаловажно. Нравится все. Все очень нравится. Непосредственно здесь, в Сигнаге, мы второй раз. То есть специально поехали летом, потому что в прошлый раз были зимой, сейчас специально летом. Да-да. Нам посоветовали наши друзья, которые неоднократно приезжали. Да. И мы приехали. Почему не Крым, а Грузия? Потому что самые добрые люди – это Грузия. Самое вкусное вино – это Грузия. Масса исторических памятников, традиционных, аутентичных мест – это Грузия. Ну, потому что такого доброго народа нет нигде. А Крым, я не знаю, мы почему-то захотели в Грузию больше, чем... Большим плюсом в нашем выборе было то, что русские могут въехать в Грузию без визы. Потому что мы сначала думали ехать Испания или Италия, но поскольку долго оформляться визам, у нас по времени не получалось. А сюда можно без визы. Это большой плюс. Это замечательно, то, что сделали вот доступную страну для людей.